Сегодня мы устраиваем челлендж 24 часа грабим дома в Брукхевен. Я думаю, что лучше подготовиться к этому. Вот так лучше. Короче, Аня, нам нужно с тобой одеться как самые заядлые грабители. У тебя есть какой-то вариант? Не знаю, давай посмотрим из предложенных. Давай, давай. И у меня, короче, был один костюм, очень прикольный. И нужно его, конечно же, найти. А почему тут женская одежда у меня? Как переключиться на мужскую? По-моему, никак. Ладно. Почему? Вот мужская. Это мужская разве? Посмотри, вот, да, костюмы. Ну ладно, сейчас, короче, посмотрим, что у нас такое будет. Так, мы, я так понял, должны все вот так вот, мы сейчас с тобой все сделаем, чтобы нас вообще узнать не могли. Поэтому сейчас отключим просто все. Так, Аня, одевайся, мне тут надо разобраться кое-что. Потому что у меня тут проблемки небольшие. Я надеюсь, что ты не против? Нет, это камин. Кто камин включил? Это ты камин включила? Нет, я даже к нему не подходила. Капец, это ужас. Вот почему. Как его потушить теперь? А, вот. Ты же лысый бегаешь. Так, все нормально. Все нормально. Ну что, погнали? Погнали. Да, я уже оделась. Уже оделась? Да, посмотри на меня. Что ты как зэк уже оделась? Тебя еще не словили. Ну, я уже готова. Окей, я тогда... Давай я тоже. Где ты этот комбинезон нашла? Я нашла в костюмах. Ну что, ты готова? Да, я готова. Самое время нам сесть на какую-нибудь точилу крутую. Какую-то... Я не знаю, нам нужна тачка, чтобы вот прям грабительская такая. Все, прыгай. Давай, назад, прыгай назад. Заднюю часть. Будешь под прикрытием. Чего ты вперед садишься? Давай, и сделаем еще, короче, такую серую, чтобы вот было как будто вот реально. Давай, будем ехать. Как в фильме «Тупой» еще тупее. Да, давай, будем ехать, короче, а ты мне скажешь, где и кого мы будем... Вот смотри, о, я вижу, мы, короче, ищем с тобой самый богатый дом. Это понятное дело, зачем грабить бедные. Самые богатые дома живут как раз-таки где-то либо вот в той части, либо в этой. Поэтому давай в той части. Опа, смотри, там какой-то дом есть. Слушай, я надеюсь, что он не закрыт. Если да. Он не закрыт, это значит, что мы туда с тобой без проблем попадем. Давай. Так, смотри, так это инкассаторская машина. Так, давай посмотрим. Смотри, тут есть два дома. Давай вот этот, он лучше выглядит, всё, чем давай, тот. Давай, 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 нам нужно с тобой аккуратненько припарковаться. Давай, там кто-то есть. Где? В этом доме, на площадке кто-то есть. Когда ты сейчас прыгнул, я увидела. Серьезно? А ну-ка, нужно пойти проверить. А тут нет никого. Нет, есть, 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 есть. Кто-то с черными волосами. Так, ладно, давай возьмем фонарик. Я забыл, что мы оружие с тобой не взяли. Вот, все, я готов. Так, ну что ж, давай попробуем залезть. Сейчас. О, да, там я кто-то есть. Пистолета. Там кто-то есть, там кто-то есть. Я же говорю. Есть. У них открыта задняя дверь. Давай заходим. Мы должны с тобой как-то перелезть туда. У меня и есть идея, как мы с тобой Какая? Сможем перелезть. Ты готова? Нет. Все, давай, мы с тобой должны сейчас залезть. Вот сюда. Ага. Идем. Аккуратно, только тихо. Заходи. Давай, запрыгивай. Не могу попасть. Давай, пытайся. Так, все, тихо. Теперь нам нужно аккуратненько, тихонечко как-то зайти. Она не закрыла дверь, поэтому мы сможем с тобой забежать. Да это алкашка, смотри, у нее зубы дырявые. Давай, побежали, 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 быстро заходим. Руки вверх, это ограбление, товарищ беззубая женщина. Это ограбление. Аня, быстрее иди, обчищай. Почему? Ищи ее сейф, ищи ее сейф. О нет, она закрыла дверь, мы отсюда не выберемся никогда. О нет, она закрыла шторы. Аня... Мне кажется... Видимо, у нее не в первый раз, и она знает, как нас ловить. Аня, быстро беги, сейф ищи, скорее. Скорее, иди, я ее прикрою. Я ее прикрою. Я бегу, бегу, бегу. Меня убили. Тебя убили? Меня убили. Как? Нет, Аня, давай. Тут же никого не убивают. Вся надежда на тебя. Вся надежда на тебя, давай, я бегу. Я нашла сейф. Давай, хватай бабки и выбегай. Хватай бабки и выбегай, быстрее. Быстрее, Аня, быстрее. Он не открывается. У тебя есть взрывчатка, доставай взрывчатку. Это фонарик. Ищи, ищи в инвентаре взрывчатку, Аня, ты должна вскрыть ее. Как взрывчатка Ладно, выглядит? Это слишком рискованно. Ты меня Аня, пугаешь. Это слишком рискованно, выбегай оттуда скорее. Выбегай оттуда скорее каким-нибудь образом. Я тебя я вижу. Я не могу, я тебя не вижу. Могу, помоги. Я тебя вижу. Иди Тихо, сюда. Я спряталась за цветком. Я тебя вижу, Аня, я вижу. Я не могу, дверь закрыта. Она вышла. Она вышла, дверь открыта, быстрее. Это не она. Быстрее, 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 быстрее. Это ее, Подожди. Это Star, я ее знаю. Это моя подписчица. Быстрее, быстрее, выходи. Быстрее, Ань, давай, 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 давай. Давай, 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 выходи. О нет. Я не могу выйти. Ладно, я иду на переговоры. Я иду на переговоры. Тихо. Открой дверь. Это ограбление. О нет, у нее оружие. Прости, стреляй, каждый сам за себя. Стреляй, каждый... С
смысле, каждый сам за себя. Ладно, ладно. Мы так не договаривались. Ладно, я пытаюсь держать ее на мушке и с ней поговорить, но она, походу, не очень хочет раз. Она у нее автомат! У нее автомат! У тебя нет автомата? У меня есть дробовик. Давай, Влад, она меня заперла. Открой. Но если она умрет, как она? Аня, ты должна выйти оттуда как-нибудь. Я знаю как. Стреляй. Я знаю один баг. Я знаю один баг. Так, давай. Аня, быстрее. Где же эта штука? Скорее. О, выходи. Да. Давай, сваливай быстрее. За мной. Ты забыла? Я не знаю, где ты. Давай сюда, направо. Садись, поехали. Я куда-то выбежала. Давай, ну ты же что забыла, где у нас это была хата, машина. Давай, быстрее садись. Прыгай, ты где? Я внутри. О, ты внутри, все, да. Сваливай быстрее, пока не подхватились. Офигеть, так нужно быстренько сваливать отсюда. Офигеть, что это было? Что это нафиг за ограбление было? Нас чуть не спалили с тобой. Охренеть просто, ладно. Окей, это было очень странно, но у нас тут есть еще какие-то дома. Опачки, смотри. Да, это очень элитный. Это дом мне нравится. Только давай сначала проверим, что там никого точно нет. Давай, отличная идея. Пошли. Ну, а как проверить, что есть кто-то дома или нет? Давай попробуем позвонить в звонок просто. Давай. А, вроде никого нет. О, дверь даже открыта. Все, отлично. Ищи сейф. Тихо, я знаю. Кто-то есть. О, нет! Это Рич, нет, бэби. Тоже. Сваливай. Он нас не заметил. Быстрее наверх. Быстрее на лифт. А где лифт? Справа лифт. Так, я нашел его сейф. Быстрее где? Поднимайся наверх. О, все, иди сюда. Тут. Так, отлично. Мы сейчас будем взламывать сейф. Мы должны с тобой взломать сейф. Давай. Так, ты готова? Да. Все, кладу взрывчатку. Так, отойди. Сейчас будет бабах. Раз, два, три. Бумс! Все, быстрее, забирай. Отлично. Бабки! Скорее, забирай бабки. Так, все, я забрал. Сумка у меня. Побежали. Я забрала. Побежали, мы должны отсюда сваливать поскорее. О, нет. Он держит меня на мушке. В смысле, я спустилась вниз. Быстрее, он там! Он нас увидел! О, нет, он закрыл дверь. Нет! Он схватил за оружие! Быстрее! Аня, нужно отсюда как-то сваливать. Да ладно, почему у нас какие-то проблемы? Я не знаю, он маленький, непонятно, что с ним. Я не знаю, как выйти, все закрыто. Так, Ань, быстро, нужно проверить подвал. По-любому в подвале у нас что-то будет. Так, давай, быстрее спускаемся вниз. У него автомат. Я вижу. Я с тобой, давай. Спускаемся вниз. Он стреляет в меня, он не дает. Я внизу, давай, Ань, быстрее, ты должна... Ладно, все, я иду к тебе. Я на туалет села. Я иду к тебе. Отлично, сейчас просто самое время. Так, давай, садись быстрее на эту штуку. Садись быстрее на эту штуку. О, отлично. О, вылазь скорее. Я вылезла. Все, отлично. О, нет, я застрял. Все, теперь ты бери эту штуку и посади меня. Где она? О, все, побежали, скорее. У нас получилось, Ань, мы свалили с тобой. Да, несмотря на то, что... О, нет. Мой грузовик угнали. Угоняют. Вон он. Как это угоняют? Угоняют? Как угоняют? Вернись! Я тут, подожди! Куда ты? Это мой грузовик!